Здравствуйте, Юрий, слушаю вас. Смотрите, 28 ноября 2019 года Сбербанк мне отключил мобильный банк. Я к ним обратился в службу поддержки, сказал, почему я не могу онлайн платежи сделать, у вас мобильный банк отключен. Написал письменное заявление, а они ответили сейчас, вот мне пришло смс-сообщение, что ваш сотовый оператор отправил информацию в Сбербанк о том, что номер не активен, и из-за этого Сбербанк мобильный банк отключил. Вообще это правда такое? Может быть, вы отправляете в банк информацию, что номер не активен? Нет, мы не отправляем такую информацию. То есть... мы когда номера блокируем, например, закрываем, да, договор, то мы просим всегда владельца номера обратиться в Сбербанк, чтобы мобильный банк был отключен. Мы никакую информацию не отправляем. То есть получается, что Сбербанк после меня послал куда-то подальше, да? Не могу знать, к сожалению. Не знаете, да? Похоже на то. То есть вы никакую информацию в банке не отправляете об активности или неактивности номера? Нет, совершенно. Даже бывают проблемы, например, что приобретает тот номер, да, и старый номер мобильный банк привязан. То есть мы эту информацию никак не рассылаем. Никак. Понятно, понятно. Ну, я так и думал. Все, понятно, спасибо большое, извините за беспокойство. Все хорошо, всего доброго. До свидания.